хранительница домашнего очага. Такое выражение нередко можно услышать в современной жизни, а красивое и теплое слово «берегиня» незаслуженно позабыто. Есть мнение, что так у восточных славян звали богиню, которая являла собой собирательный образ женской силы, направленный на защиту рода. Издревле люди изготавливали сакральные предметы, связанные с тем или иным божеством. Наши предки считали, что такие талисманы и обереги являются проводником между человеком и Богом. Тряпичная кукла-закрутка – яркое тому подтверждение. Существовала куколка, связанная с богиней – берегиня. Одноименная кукла считалась очень сильным оберегом, защитницей дома и рода от всякого лиха. Сегодня мы рассмотрим ее северный вариант. У этой куклы есть еще одно имя – семейная берегиня. Она призвана защищать семью, поэтому лоскутки для ее приготовления берутся от старой одежды всех членов семьи. Причем в центре помещается лоскуток того, кто нуждается в наибольшей защите. Многослойность северной берегини символизирует сложность устройства Вселенной вообще и человека в частности. По форме многослойная фигурка похожа на метелку. Она как бы выметает из дома все зло, норовящее навредить семье. Изготавливала берегиню старшая в семье женщина-большуха. Одежду старались сделать яркой, праздничной и помещали берегиню на передний красный угол.